наша радіоастрономічна обсерваторія, вона була раніше самою великою в Совєтському Союзі, ніж самою крупною в Росії. Одна з крупніших в мірі. Так. Количество... Так вот, самая большая в Советском Союзе обсерватория наша, да, это 40 научных сотрудников. 40. Все астрономы нашей страны, все, абсолютно, те, кто работает в университетах, в институтах, те, кто ни разу не видел телескоп в своей жизни, астрономы, это те, которые теоретики. Вот все вместе около 2000 человек.